свадьбы без гостей и при наличии главного аксессуара – защитной маски. Но даже это оказалось не помехой для 450 пар Городецкого района, которые сочетались браком в прошлом году. И все же на такой ответственный шаг в период пандемии решилось меньшее количество молодоженов. Не будем забывать о том, что 2020 год стал для нас необычным из-за сложившейся ситуации с коронавирусной инфекцией, когда регистрация брака стали проводиться при ограниченном количестве приглашенных и соблюдении всех санитарных норм. Но, несмотря на это, наши молодожены относятся ко всему с пониманием, и даже маски не мешают смотреть друг на друга влюбленными глазами. В отличие от своего предшественника, когда на свет в Городецком районе появилось 770 младенцев, в 2020-м их родилось почти на сотню меньше. Мальчиков 342, девочек 331. Сразу в 8 семьях праздновали рождение двойняшек. Популярными именами для мальчиков в 2020 году стали Артем, Кирилл, Михаил. У девочек лидируют София, Анастасия и Виктория. Встречаются также и редкие имена, такие как Родион, Адам, Святослав, Милада, Добромира, Богдана, Веселин. Сложный и проблемный, да тому же еще и високосный год 2020 позади. И хочется верить, что наступивший принесет всем жителям района как можно больше положительных эмоций, будет богаче на приятные праздничные события, в том числе на рождение малышей и создание семей.